Здравствуйте всем. Вот, досматриваю вот этого паренька. Знаете этого паренька? О, вот он. Побрился. Пыка, да? Отъел. Смотри, поправился за 3 месяца, да? Думаю, че самому тогда катануть видос. Короче, шо? Шо? С чего начать? Вот включил и что теперь дальше? Что он снимает? Я, ну давайте покажи. Хотя уже я тоже даже не удивлюсь, я сейчас в YouTube покажу и эти сдохнут все. Они уже сдохли. Сейчас пошевелю. Фильтрецу чуть-чуть. Ну вот они тут. Короче, это бурячки. Это бурячки. Это бурячки. И вот трехмастная бурячка пришла. Что ты, Симуша? Ты тоже хочешь в кадр? Или ты пришла повыпрашивать что-то? Поменял сегодня воду, Буанцик начал что-то рыть там снова. Залил покупной воды мягкой сюда. Тут у меня сидела одна собака лировидная. А, нет, не лировидная, а ту, что помните, я там ловил, но не поймал на видео, но я его поймал все-таки. Сидела она у меня в пластмассовом отсаднике, смотрю, водичка тут ушла коричневая, вот эта фигня от химии, вот это что, типа растения для типа удобрения для растений, что-то типа такого, что-то было. Да, голодная банда. Гурамы растут вообще, что на дрожжах. Отсюда уже пора, он здоровых тут, гляньте, сколько, раз, два, три, да тут их уже десятка два. Надо вылавливать отсюда, они хавают так нормально. Тут, короче, выжила. О, сейчас эту выкинула. А смотрю будни. Меня после будни постоянно выбрасывают его видосы. 6 лет давности, 7. Вот тут, короче, было выживших штучек 5 видел. Ну, не знаю. Где-то тут они. Да должны быть тоже. Где-то тут пару штук было. Такие, может, хоть другого цвета будут. Вот это их надо в одну всю поселить их. С теми слить. Те, что там вот на тумбочке. Это тут откармливается, на мотыле сидят. Вода мутняк словила, потому что помпа сухая была, видно. Не нормализуется все, потом будет норм. Там сидит Витек. Там сидит Витек. Не получилось у меня его достать с кокоса. Икра там есть. Пошел опять показывать. Икра там есть. Вон он, Витя, на месте. Вентилирует. Пододвигал продувку. Вот так вот ставил возле продувки кокос. Он его разворачивал от дупла, вот эту бульбашню. Все. Надо уже лифт тут подключить. Водички чуть-чуть долить. Выловил сегодня 3-4 гупарей. Сюда я закинул уже. Но тут пассифоник бы не мешало. И надо, наверное, надо сюда поставить людскую помпу уже. Ну как людскую? Вот эту хочу попробовать я поставить. GBL-ку вот эту вот. Чи джебо, чи как она. По идее, должна она работать неплохо. Тут еще и сама фишка. Ой, блин, куда капнула? С носа течет. Куда? Прямо на экран капнула. Тут, по-моему, можно просто подсоединить вот этот штепселечек. И мочалку ставить. Тут вообще принцип у нее такой. Ну посмотрим, чтобы она не мощная была. Вот такая вот. Да, я тут даже еще не открывал. Короче, нормально должна эта по идее башка работать. И мочалки тут он крупные. Посмотрим. Чтоб не затягивала, главное, золотую сюда. Ну, посветим, глянем. Блять, с носа течет. Короче, золотухи, а что? Золотухи растут он. Жрут они, конечно, как слоны. Гляньте, уже убирать за ними пора. Ну, тут еще и улитки серу, дай боже, конечно. Да и золотухи, вот они. Растут. Так что, Натали, растут золотухи твои. Ну, и едят они, конечно, я же говорю, неплохо. О, а что это тут у меня? Перестал воздух идти. Распылитель. Наверное, да, распылитель. Но тут надо еще посифонить воду. Все-таки набраться терпения. Сегодня посифонить. О. А что ты? Ну да, распылитель, видно, подзабился.
Ага, видите, не идет. Не хватает давления. Там у меня же еще сифонит, знаете, где сифонит? Надо заделать. Сифонит, короче, у меня вот тут, сейчас покажу. Все никак не заделаю. Кстати, сегодня не было света, где-то около часа, наверное. Ну, может, чуть меньше. Надо было как раз заклеить. Достать тот штуцер. А ну, подыму. О, видите, приподнял и пошел. Ну, распылитель забился уже. Ну, то бывает такое. Вот тут у меня сифонит еще. Вот там вот сифонит. Вот тут сифонит. Но тут аж бульбы идут иногда. Но тут надо заделать, и тогда она не будет травить. Поставил еще одну артемуху вот сегодня. А, вот это вот. Вот это. О, слетела. Трубочка слетела. А ну, посмотрите сюда пока. Все. Пошла вода в хату. И это самое. Поставил кипятильник сюда я. Ну вот это уже готово почти. Завтра будет готово. Или может вот в эту десяточку, наверное, вылить к этим самам. Новых вот тех. Ну, короче, вот этих ТРД личинку вылить все сюда. А может лучше сразу вот сюда. Но мне кажется, маловато. Мне кажется, анцики похавают. Тут может же будут анцики. Хотя еще не скоро, но должны быть по идее. Я же говорю, мне не получилось самца отсюда достать. О, видите, гупари. Не получилось отсюда достать самца. Ну, посмотрим, как он их высидит на этот раз. Блин, коридоросов нет. Я не знаю, что нет у меня коридоросов, но их нет. Они не хотят. Я же говорю, были, пропадали. Два раза две кладки жесткие пропали сильные. Тут он плавает, там где-то шныри маленькие. Ага, поставил кипятильник сюда вон. Новый, все. Хорошо, я как чувствовал, что надо брать. Он стоит металлический. Видите, вот это ж кинул, чтоб уха не получилось. Ну, 27,5, отлично. То, что надо. Можно даже убавить. Вот старичок уже доходит. Мечик уже древний такой. Да и по живородке уже нормально нету производа у меня. Мечи уже тоже старые. Все старые. Надо оставлять, менять. Вот это вот. Смотреть тут пару самок. Вот видите, молодые вот эти надо себе оставлять. Тут тоже уже такие попотерлись они все. В общем, как-то так. Та сидит до сих пор зеленая. Муха сидит. Мне все равно желтоватая вода. Вот это я же капнул удобрения эти коричневые. Я показывал на стриме, какие они были. Но не это самое вот что-то. За это самое. Сегодня еще гупера одного выловил. О, вот еще надо одного выловить. Вот видите, лежит. Астриком отдать. И бросил в Пеппен аквариум еще пару веток рыголистника. Оттуда взял. Потому что это я сегодня там три штуки успел спас от Пеппиного аквариума. Там красная лупешка разродилась. Он тоже такая, смотри, на сносях. Поедают тут, конечно, малых поедают. Это не то растение, а чтоб мальки прятались. Реголистник тут был, но что-то перестал он тут расти. Я же говорю, что-то они быстро поедают. Я только свет включу, пойду возьму сачок, их уже нету. И вроде кормлю, а их потом опять тру-тру-тру всех похавали. Ну, в общем, все, что, и как-то так вот. Там сидят. Ничего не дают пока. Ну, все, что. Да Пеппе глянуть пойти. На ней закончить, наверное. Там тоже все, что. Все пучком. Все в порядке. Там все в порядке. А у Пеппиты что тут? У Пеппиты тоже хорошо. Бросил, я же говорю, сюда еще пару веток он сюда, чтобы малые вдруг что прятались. Ну, надо еще закинуть. И под этим светом нормально растет. Ну, короче, ну вот и все. У Пеппа, как обычно, на своем месте, заякоренный он сидит. Все, кому интересно, подписываемся на канал. Обнято, приподнято. Все, мир, дружба, жвачка, всем пока. Кузнецов, гляньте, сколько красных сидит. Валом. А я там отвез там детям, инвалидам, там, жменю креветки мелких. А ну, у них там тернецы мои плавают, похавали всех. Я говорю, что-то креветок не вижу. Я говорю, ну, значит, не увидишь. Значит, пожрали тернеца их. Может, большие где-то и остались там. Но тернеца, это же такие собаки. Они хавают нормально. Что ты ешь? Сима, а что ты хаваешь там? Да, конечно, чтобы я так жил. Рыбу. Вот так вот. В общем, Сима тоже тут кайфует. Да, Семеновна? Ну, все. Всем покедово, короче. Давайте.